Сергей Санкевич на свои часы. И игра началась. Михаил Ацакич сыграл на Ирху. Мяч по-прежнему Мазриан Цакич. Нашел Лапцева. Лапцева шел в штрафную. Ай, как было сейчас опасно на 4-й минуте. Штрафной Мазриан. Придерживали, по-моему, Алексей. Дончане выбросили мяч из-за боковой. На дальний удар решился Филипп Рудик. Достаточно опасно. Лаптев на подходе к штрафной. Не смог Денис. Ошибается. Ошибается Сергей Кондратьев. И Денис Лаптев забивает свой 4-й мяч в чемпионате. Раджабов. Ушел от Хилькевича. И счет нашей встречи стал 1-1. Дмитрий Хлебосолов забивает свой первый мяч в составе гомельского клуба. Произошло это на 21-й минуте. Евсенко. Юденков. К сожалению, пострел Руслана не получился. Ну что ж, сыграно уже 20 метров. Уже 15 прошло по правому флангу. Обыгрывает своего оппонента. Верховая передача. Хилькевич первый на мяче. Возвращает мяч в центр штрафной. Но там Хилькевич играет. Не было никакого нарушения правил. Хотя не согласен с этим Дмитрий Хлебосолов. Санкевич пока что надо вставать. Это верховая передача. Так и есть. Денис Лапцев в падении наносил удар головой. Великолепный сейв продемонстрировал Егор Хаткевич на 34-й минуте. Вот такой футбол молодым болельщикам нравится. Угловой. Упустили футболисты Славии. Евсенко. Быстрый розыгрыш. Угловой, снова верховая подача. Снова Лапцев был первым на мяче. Хаткевич здорово сыграл. Гаев. Падение играет руками. Мазриан. Ирхов. Касание на Хилькевича. Хилькевич штрафное. Решился на удар. Но вот как-то вот это все не совсем сильно, не совсем точно. Евсенко. Ну, в принципе, можно попробовать и пробить. Так и есть удар! Быстрая контратака. На удар решился Витовсас Лукша. Хилькевич видел, он, как Хилькевич рвался в штрафную, но мяч не дошел до Владимира. И теперь он у другого Владимира в руках. Владимира Гаева сразу ворот. Возвращает мяч Евсенко. Евсенко с Тимошенко. Тимошенко решился на удар. Минунков поднимает голову. Движется с мячом. Уже 15 метров прошел. Дальний удар. Не точно. Находится три человека в стенке. Юденков. Здорово! Метров с 25. Рахманов не успел на опережение. Рудик с мячом. На замахе обыгрывает Хилькевича. И дальний удар. Высок. Юденков. Евсенко. С левой удар. Метров. Два. В касание играет Мазряне. Снова мяч Евсенко. Ирха! Головой сумел нанести удар, или это был сброс? Привод на левый фланг. Халецкий, Кобец. Но можно и на удар решиться Александру. Так и есть! В прыжке доставая мяч. Мельчане продолжают атаковать. И Терентий Луцевич на 94-й минуте выводит гомельчан вперед, хотя однозначно пытаются сейчас футболисты Славии доказать Цинкевичу, что было нарушение правил. Никак не реагирует судья, а Сергей Цинкевич дает свисток об окончании матча.